Зараз запрошую В'ячеслава Єфімюка, який є старшим деяконом в Ірпінській біблійній церкві. Він займається служінням з арко-наркозалежними людьми. Також він є корінним ірпінчанином і виховує трьох синів. Дякуємо, слухаємо вас. Дякую, Андрій. Сьогодні ви всі зайшли в цей зал, да? І побачили, перше, що ви побачили, це цю чудову сцену. Да? Вона справді чудова. Я зайшов, в мене було відчуття таке, вау, як таке можна зробити? Скільки часу на це треба витратити, щоб все це до ладу привести? Сьогодні грала група прославлення, а вона репетирувала, да? Вона репетувала вчора, сьогодні. Служіння звуку, відеослужіння – це все час людей, це труд. Якщо б ви сюди заїхали в суботу, вірніше, ви б не могли сюди заїхати, бо тут снігу було по коліна. Да? Для того, щоб я тут був зараз, скільки роботи вже виконано. Діаконська команда розчищала тут сніг, це тонни сніга, і самому впоратися з цим неможливо. Моя задача зараз – показати цінність командного служіння в нашій церкві, як ми це робимо, для чого ми це робимо, які в нас виклики і які преимущества командної роботи. Первая ассоциация, да, которая у меня стоит из командой, это футбол. Да? Там, где группа людей делают каждый свою работу для получения общего результата. Победы, гола, разные, да, есть варианты. Но и команды бывают разные. Бывает команда одного человека, да, там, где тактика одна – выбить мяч в направлении того, который все порешает, да, все сделает. Есть и хорошие примеры команды. Я думал, кто это? Это команда вот эта, да, Лобановского, где была в углу. Ну, вернее, самое главное, это было построение командной работы. Причем были такие случаи, когда тренер сажал на лаву запасных супер игрока, но брал Ивана Яремчука, которого никто не знал, со второй лиги и ставил его в основу. И он был в основе первой в союзе команды. Просто из-за того, что он выполнял функцию для блага всей команды, для общей цели. Я уже не буду говорить о библейных учениях о команде. Мы это видим, и Иисус выбирал команду учеников. Это мы видим в Деяниях апостолов, командное служение апостола Павла. Я скажу про себя. Первый раз в командное служение я столкнулся, это в семейном служении. Мы тогда с женой выполняли такую более техническую функцию. Моя функция была, вот стояли так само столы, сидели семьи, да, мне их нужно было расставить до собрания этого и убрать после, да, но работа в этой команде, она во мне много чего изменила. Мы делали выезды, да, я видел эту всю кухню изнутри, как эта команда создается, сколько труда тратится, совместное планирование, совместные выезды, все это, ну, я прощупал на себе, причем для меня больше всего перелом был, знаете, когда? Когда ответственный человек за это все, который готовил программу, сам был спикером, организовывал все. После того, как он закончил эту программу, масса людей к нему подошло, задали вопросы, спросили, консультации какие-то получили. И после этого всего, когда уже никого не оставалось, мы вместе со всеми расставляли стулья обратно, потому что в воскресенье утром здесь обратно будет собрание. И эта работа в команде, она во многом меня изменила. Кроме видения, обязательно нужно еще созидать команду. Знаете, если на примере футбола взять, то легче всего, знаете, когда-то в детстве подходил один взрослый парень и говорил, давайте я один против вас всех. И ну, мы так смотрели на него, ну проиграешь же все равно. Он говорил, давайте мне еще на ворота одного малого, да, и никто не хотел идти туда.
Да, но создание команды, оно кропотливый труд. Мы приняли такое решение, мы молимся друг за другом. Мы ежедневно не встречаемся, но у нас есть ежедневная молитва, да, у нас есть общий молитвенный список, и не переключается, а хотелось бы переключить, да, если можно, за который мы молимся ежедневно, каждый за каждого молится, да, и да, вот так вот он выглядит, он в Viber сбрасывается каждое утро, и каждый человек молится за следующего по списку, да, и так мы охватываем такой молитвенной заботой друг друга. Дальше вот так вот он выглядит, видите, кто первый просыпается, он вставляет вот этот списочек, он сейчас расширился, сейчас он добавился людьми за покаяние, людьми, которые учатся в высших учебных заведениях, и непосредственно вот наша группа, да, в качестве ободрения других мы ставим такой значок «огонек», это означает, что я помолился, да, и он для ободрения других в молитве. Хорошо, сейчас новый вызов – это диаконское служение. Вызов следующий. Если там было это ведро, да, с дыркой, то сегодняшний вызов связан с другим. Получается, что чем больше церковь, тем должно быть больше людей, готовых послужить. На самом деле это не так. Чем больше церковь, тем меньше людей, которые готовы служить. Почему так происходит? Не знаю, скорее всего, люди думают, надеются на кого-то, что кто-то сделает, что кто-то лучше сделает. И получается такая ситуация, что нам нужно развивать диаконское служение. Мы собираем, привлекаем новых людей. Из чего мы начинаем? Мы начинаем разбираться, что же такое диаконское служение. Микола уже много сказал, и кто такой диакон? Мы начали с самого примитивного, да, диаконы все рожденные свыше люди, диаконы были всегда, они были во время первого храма, их функцию выполняли левиты, были в синагогах во время земного служения Иисуса Христа, помните тот парень, который подал свиток в синагоге, это был диакон. В новой церкви, да, в первоапостольской церкви ситуация сложилась, что конфликты пошли в церкви, не было вот этой команды, да, они создают команду служителей для того, чтобы охватить вдов, да, которым помощь раздавали. Я вам скажу, у нас 43 вдовы, это не так легко сделать всемиром. Всемиром можно, если там церковь насчитывала 10-20 тысяч людей, это невозможно, я вам уверяю вас. Для этого, кто же такой диакон? Диакон – это тот, который организовывает команду служения, потому что сами они не могли справиться. Дальше, чем важна командная работа? Да? Я всегда говорю ребятам, их ободриваю, да, в чем они могут сами разделять видение, мы его формируем. И на прошлой вот встрече я задал вопрос, чем важна командная работа? Да, это то, что они сказали мне, да, это не я придумал. Они сказали, что прежде всего Иисус нас этому учит. Церковь, как тело, каждый служит своим даром. В команде каждый готов сделать больше, чем должен. Одному легче пойти мимо цели, да, но в группе людей мы взаимозаменяемы, готовы помогать друг другу. В команде мы учимся строить отношения с людьми. В команде мы изменяемся прежде всего сами. И создается атмосфера. Один брат, он доктор философии, как-то на лидерском выезде сказал такую золотую фразу. «Классная у вас тут атмосфера, никто не понтуется». Да? И вот это ну, кропотливый труд. Для этого нужно пойти, и лидер должен в первую очередь сам это показывать другим. И еще, большое дело можно сделать только в команде. Это то, что мы решили. Командный вид спорта – футбол. Да? Там только команды, там нету такого, что нету команды. А как вы скажете, вот в этом виде спорта командная игра? Это знаете какое? Это Олимпийские игры, которые вот были. Один раз мне удалось посмотреть одну гонку, и я сделал для себя, подчеркнул очень большое такое открытие. Как в этой гонке командная игра может выразиться? Это скиатлон. Две дисциплины. 15 по 15 километров. 60 лучших гонщиков
лучших лыжников, которые 4 года готовились к этому старту. Они выезжают, у них вначале шесть колей, да, полос, и они выезжают массовый старт. По жребию их расставляют, и вот они, дан старт. Все выезжают, естественно, наезжают кому-то на лыжи, он падает, его приваливают сзади, он ломает палку. Вперед вырывается огромный спортсмен из Финляндии. Вот он, 17 номер в белом. Видите, он больше всех выглядит, такой крепкий парень. И он ведет эту всю гонку, 15 километров первый. Но остальные все гонщики тоже очень сильные. Они не разрыва, нету разрывов между ними. Они идут одной большой группой. Получается, когда они проезжают 15 километров, они должны переобуть другие лыжи и сменить такой классический ход на коньковый. Да? При этом два лыжника из Норвегии, да, у них проблемы технические, они не могут отстегнуть лыжи. Представляете? И уже начинает убегать группа вперед. Первый обратно же финн. Но в этой всей группе замечается трое людей. Замечаются они не только тем, что они в ярко-красных одеждах. Они замечаются тем, что они постоянно оглядываются назад. Они ищут своих. Вы представляете? Они едут с осознанием того, что они едут командой. Сейчас мы посмотрим, что это дало. Сделав пит-стоп, да, они задерживаются, но прорываются вперед. И за 3 километра до финиша один норвежец, самый молодой, ему 24 года, он делает спурт. Он начинает финишировать, то есть прибавляет. Комментатор говорит, что это он делает глупость, потому что невозможно в таком темпе пробежать до финиша. Да? Но он перед этим оглянулся, он увидел своих и готовность тех, которые были, остановились на переобувке, готовность ему помочь. Да? Когда он начинает финишировать, эти двое, вот они впереди, да, они вырываются во главу гонки и занимают две полосы. И никто их обогнать не может. Они заняли всю дорогу, понимая, что этот, который побежал, его сейчас все догонят и перегонят. И если они сейчас не включатся в этот финиш, им ничего не светит. Понимаете? Вот так вот закончилась эта гонка. Вот этот молодой парень посредине, он занял первое место. Это Семен Крюгер. Это тот парень, который упал в начале гонки. Это тот парень, которого привалило и которому сломали лыжную палку. Вот эти второе и третье место, Мартин и Ханс, это те два парня, которые, у них были проблемы поменять лыжи, технические проблемы. Сказать, что они идеальные гонщики, ну, нельзя. Да, они сильно, они работали. Что сработало в их случае? Что им помогло? Здесь презентация не все показала. Но сработало следующее. У них было общее видение. Они старались закончить гонку максимально, принеся пользу своему государству. Самый эффективный был финиш. Это 3 первых места. В то время, когда каждого видения было пробежать как можно быстрее, у них было командное видение. Они хотели принести максимально больше пользу для своей страны. Это придало им сил. Это видение стало их оружием. У них это было преимущество над всеми остальными. Дальше была поддержка. Поддержка друг друга. Это очень важно. Потому что в мире, когда у нас больше критикуют, проходить трудности лучше всего, когда плечо друга рядом, да, когда ты чувствуешь вот это вот дыхание, да, его, он рядом. И третье – это грамотная тактика. Грамотная тактика заключалась в командном видении, в командной вот этой тактике.